Это модельер Каля Самя из Эстонии. Мы хотим узнать, как одеться нужно мужчине, чтобы чувствовать себя удобно и весело, главное. Ну, удобно и весело. Весело можно добавить какой-то цвет, кроме серого и черного, и белого. Надо использовать натуральные материалы. Например? Например, лен, хлопок, шерсть, вискоза. А вот этот свитер вот классный, красный, ты сам связал? Нет, это я заказывал, но это по моим эскизам делали. Ну, мега вещь. Спасибо. Да, спасибо.